Послушай, Алисия Виктория Гарден, нормальность – вещь субъективная. Не позволяй никому внушать тебе, что ты какая-то не такая, потому что для меня ты абсолютно нормальная. А мое мнение – это самое главное. Поняла? Да, шепотом ответила я. Хорошо. Он сильными теплыми пальцами сжал мое плечо. К сожалению, подергивание левого глаза его выдало. Папа волновался, а ведь он и половины не знал. Ночью я ворочалась и металась в постели, а когда наконец заснула, мне впервые приснился Алисин кошмар. И с тех пор он преследовал меня во сне. Я бреду по шахматной доске в стране чудес, спотыкаясь о неровные грани клеток. Только я – это не я. Во сне я Алиса. В синем платьице и кружевном переднике. Мне нужно скрыться от тикания карманных часов белого кролика. Он выглядит так, словно ее заживо освежевали, не считая ушей. Червоная королева приказала, чтобы мне отрубили голову и засунули ее в банку с формальдегидом. Я украла королевский меч и опустилась в бега. Надо найти гусеницу и чеширского кота. Они мои единственные друзья и союзники. Погрузившись в лес, я рублю мечом ветки, которые свисают, заслоняя путь. Из земли выскакивает колючий черновник. Шипы цепляются за передник, раздирают кожу, точно жесткие когти. Повсюду, как башни, возвышаются дредовидные одуванчики. Я небольшой сверчка, как и все остальное. Наверное, мы что-то такое съели. За спиной совсем рядом часы белого кролика начинают тикать громче. Их слышно даже сквозь шаги тысячи марширующих солдат, игральных карт. Задыхаясь в облаке пыли, я вбегаю на поляну, где высятся грибы со шляпками размером с колесо грузовика. Дальше бежать некуда. Один взгляд на самый большой гриб, у меня сжимается сердце. Место, где когда-то сидела гусеница, предлагая совет и дружбу, сплошь опутано густой белой паутиной. Что-то движется в середине. К тонкому кокону изнутри прижимается чье-то лицо. Ровно настолько, чтобы я могла разглядеть очертания. Но никаких конкретных деталей. Я подхожу ближе, отчаянно желая понять, кто или что там прячется. Но тут в воздухе повисает улыбка чеширского кота. Кот кричит, что потерял тело, и я отвлекаюсь. Карточная армия приближается. В следующее мгновение меня окружают. Я швыряю меч, сама не знаю куда, но червоная королева выступает вперед и перехватывает его в воздухе. Упав на колени, я молю о пощаде. Все напрасно. У карт нет ушей, а у меня больше нет головы. Покрыв звездную мозаику из пауков защитной тканью, я, пока гипс сохнет, наскоро перекусываю и отправляюсь в подземный городской скейт-парк, чтобы убить время, прежде чем поехать в лечебницу. Там, в полумраке, я всегда чувствую себя как дома. Скейт-парк находится в старом заброшенном соляном куполе, огромной подземной пещере с потолком, который местами достигает высоты 48 футов. Прежде чем это место превратили в скейт-парк, здесь хранили разное барахло с военной базы. Новые хозяева убрали традиционное освещение и, немного поэкспериментировав с флуоресцентной краской и черными лампами, превратили соляной купол в мечту любого подростка. Темную, атмосферно-ультрафиолетовую спортивную площадку со скейт-парком, светящимся в темноте мини-гольфом, галереи игровых автоматов и кафе. Гигантская бетонная чаша для скейтбордистов, выкрашенная неоновой краской цвета лайма, напоминает зеленый маяк. Все скейтеры должны подписать отказ от претензий и приклеить на доску оранжевую флуоресцентную ленту-липучку, чтобы не столкнуться в темноте. Издалека мы выглядим так, как будто ездим на светляках на фоне северного сияния, оставляя за собой яркие реактивные струи. Я начала кататься в 14 лет. Мне нужен был вид спорта, которым я могла бы заниматься, не вынимая наушников,
чтобы заглушить шепот насекомых и цветков. По большей части я научилась не обращать внимания на галлюцинации. Обычно я слышу что-то бессмысленное и беспорядочное. Голоса сливаются в треск и гудение, вроде помех в эфире. Как правило, мне удается убедить себя, что это просто белый шум. Но все-таки бывают минуты, когда какой-нибудь звук или цветок говорит громче остальных. Что-то исключительно своевременное, очень личное, значимое. Тогда я не держиваю оборону. Поэтому, когда я сплю или занимаюсь чем-нибудь, что требует максимальной концентрации, без айпода не обойтись. Вся музыка в скейт-парке от хитов 80-х до альтернативного рока звучит из динамиков и глушит любые помехи. Можно даже наушники не надевать. Единственный минус заключается в том, что скейт-парк принадлежит семье Тайлор Тремонт. Она позвонила мне накануне торжественного открытия 2 года назад. Я подумала, тебе будет интересно узнать, как мы назовем наш центр, сказала она голосом, полным сарказма. Да, с чего бы это? Я старалась вести себя вежливо, потому что ее отец, мистер Тремонт, заключил контракт с папой, чтобы его магазин спорттовара был единственным поставщиком всего необходимого для нового центра. Конечно, это хорошо, поскольку мы оказались на грани банкротства из-за лечения Эллисон. И к тому же, в качестве дополнительного бонуса, я получила бесплатное пожизненное членство. Ну, Тейлор хихикнула. Я услышала, как на заднем фоне ржут ее подружки. Видимо, она включила громкую связь. Папа хочет назвать его «Страна чудес». Снова послышалось хихиканье. Я подумала, что тебе понравится. Ты ведь так гордишься своим прапрапрапрокроликом. Почему-то это показалось очень обидным. Наверное, я слишком долго молчала, потому что Тейлор перестала хихикать. Но знаешь, презрительно выговорила она, мне кажется, это название слишком избито. Лучше назвать его «Подземелье». По сути, почти то же самое, но пооригинальнее. Что скажешь, Алиса? Я вспоминаю этот редкий проблеск сожаления в голове Тейлор теперь, когда качусь посредине рампы, под яркой неоновой вывеской, свисающей с потолка. Приятно знать, что у Тейлор есть какие-то человеческие качества. Из динамиков звучит рок. Я съезжаю по более низкой части рампы, в то время, как мимо на неоновом фоне проносятся темные силуэты. Балансируя одной рукой на скейте, другой я пытаюсь плавно провести по доске. При первой попытке сделать трюк, который называется «Олли». 2 недели назад я отбила копчик и теперь смертельно боюсь, хотя что-то в глубине души не позволяет мне сдастся. Я знаю, нельзя оставлять попытки, иначе у меня никогда не достанет смелости выучить какие-нибудь настоящие трюки. Но на самом деле моя решимость уходит корнями гораздо глубже. В ней есть что-то подсознательное, тайный трепет, который путает мысли и сотрясает нервы до тех пор, пока я не пойму, что страха больше нет. Иногда мне кажется, что в собственном сознании я не одна, что там кто-то обитает, и это кто-то подзуживает меня раздвинуть рамки. Почувствовав прилив адреналина, я бросаюсь вперед. Мне становится интересно, как далеко я улетела, и я открываю глаза. Пол прыжка позади, и цементный пол быстро приближается. Я холодею от страха, теряю голову, передняя нога соскальзывает, и я с шумом плюхаюсь на землю. Первыми с цементом соприкасаются левая рука и нога. Боль перестреливает кости, от удара перехватывает дыхание. Проехав немного по инерции, я останавливаюсь на дне рампы. Доска следует за мной, как послушный зверек, и тоже останавливается, ткнув меня в ребра. Жадно хватая воздух, я переворачиваюсь на спину. Болью пылает каждый нерв в колене и лодыжке. Наколенник оторвался, и в черных лосинах, которые я надеваю под фиолетовые велосипедные шорты, зияет дыра. На зеленой неоновой поверхности, которая косо уходит вверх, я вижу темное пятно. Кровь. Я подтягиваю разбитое колено к груди и резко выдыхаю.
Через несколько секунд после моей жесткой посадки слышится свисток. Трое сотрудников скейт-парка катят ко мне сквозь толпу притормозившихся скейтеров. На них шахтерские каски с фонарями на лбу, но они больше похожи на спасателей. Их всегда можно легко найти, и они владеют основами первой помощи. В своих ярких желтых жилетах они создают отчетливо видимый барьер, чтобы другие скейтеры на нас не налетели, пока меня перевязывают и стирают дезинфицирующим средством мою кровь из бетона. Ко мне подкатывает четвертый сотрудник в форме менеджера. Разумеется, им должен оказаться именно Джебедия Холт. Я могла бы догадаться. Сердито буркаю я. Шутишь? Никто не смог бы предвидеть, что ты грохнешься. Его низкий голос звучит успокаивающе. Он опускается на колени рядом со мной. А еще я рад, что ты снова со мной разговариваешь. На нем шорты с карманами, под жилетом темная футболка. Синеватый свет ультрафиолетовых ламп скользит по коже, оттеняя загорелые руки. Я тяну застежку шлема под подбородком. Шахтерский фонарик Джеба освещает меня, как прожектор. Помоги снять, прошу я. Он наклоняется ближе, чтобы расслышать мой голос сквозь рев музыки из динамиков. Запах одеколона, смесь шоколада и лаванды. В сочетании с потом превращается в знакомый аромат, притягательный, как сахарная вата для ребенка. Джеб запускает пальцы мне под подбородок и растягивает пряжку. Помогая снять шлем, он касается большим пальцем моего уха. Щекотно. Свет фонаря ослепляет меня. Я вижу лишь темную щетину на подбородке Джеба, ровные белые зубы, за исключением левого резца, который слегка заходит на соседний зуб, и маленький железный шип под нижней губой. Тейлор вынесла Джебу мозг из-за этого пирсинга, но тот отказался его снять, поэтому он особенно мне нравится. Тейлор встречается с Джебом всего пару месяцев. Она не имеет никакого права диктовать ему, что делать. Мозолистая ладонь Джеба подхватывает меня под локоть. «Можешь встать?» «Могу, конечно», — огрызаюсь я. «Я вовсе не хочу быть обузой, просто не люблю привлекать к себе внимание. Но стоит перенести вес на ногу, как лодыжку пронзает острая боль, и я сгибаюсь пополам. Один из сотрудников помогает мне устоять. Джеб садится и снимает ролики. Прежде чем я успеваю понять, в чем дело, он поднимает меня и выносит из рампы. «Джеб, я хочу сама!» Я обхватываю его руками за шею, чтобы не упасть, и буквально кожей чувствую, как ухмыляются другие скейтеры, когда мы проходим мимо. Пусть даже в темноте их не видно. Они никогда не забудут, что меня вынесли из скейт-парка на руках, как суперзвезду. Джеб чуть усиливает хватку. Трудно не заметить, как близко мы друг к другу. Мои руки обвивают шею Джеба, его грудь касается моих ребер, его бицепсы, моих лопаток и коленей. Я перестаю сопротивляться, когда он ступает с цемента на деревянный пол. Сначала мне кажется, что мы направляемся к кафе, но Джеб минует галерею с игровыми автоматами и поворачивает направо, к выходу, следуя за полукружием света, который отбрасывает фонарик на шлеме. Наконец, он боком толкает дверь. Я моргаю, пытаясь привыкнуть к яркому свету. Порывы теплого ветра треплют мои волосы. Джеб осторожно ставит меня на нагретый солнцем бетон, садится рядом, снимает шлем и встряхивает волосами. Он несколько недель не стригся, и они отрясли так, что касается плеч. Густая челка черной занавеской опускается до самого носа. Джеб развязывает красно-синюю бандану, которая затянута на бедре, и набрасывает ее на голову, чтобы волосы не лезли в глаза. Темно-зеленые глаза изучают повязку на моем колене, сквозь которую проступает кровь. «Я же говорил тебе купить новую защиту. Наколенник уже давным-давно надо было поменять». «Ну вот, Джеб разговаривает со мной, как этакий старший брат, хотя он старше всего на 2,5 года и на 1 класс.